Незатушаная запалка могла стать причиной пожару у кватэры, у выніку якога у Гомелі загинула пенсіонерка. Учора ўвечары выратавальнікі городского подразделения МНС выехали по паведамленні об узгаранні у доме по улице Чырвонаармейскай. По прибытии до места выклику было выявлено моцное задымление у двухпакаёвай кватэры на четвертом поверсе. На подлозе у покоя было знойдено тело господыни кватэры, пенсіонерки 1941 года нараджэння, якая проживала одна. Пожар был ликвидованы. Огнем пошкоджена мебля и маёмасць у кухне. Причина здарэння высветляется. Одна з версий – неосторожное выходжанне з огнем. Проверку проводит следчая оперативная группа.